Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Как меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если все в порядке. Сегодня, может быть, мы не будем много показывать слайдов. Спасибо, Вячеслав, потому что по вашим просьбам когда-то мы отказались от гарнитуры. А что касаемо петлички, у нас сейчас, в принципе, встроенный микрофон в веб-камеру, а петличку мы давно уже используем, ну, пару-тройку месяцев для записи видеоновостей. Поэтому те, кто из вас смотрит, я думаю, там звук достаточно неплохой. Но мы решили сегодня устроить вебинар, касаемый, наверное, кратким подведением итогов, ну, за достаточно долгие годы развития технологий. Если вы помните, на прошлой неделе, в четверг, мы делали обзор развития нашего проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, кому-то он понравился, кому-то не понравился, потому что всю информацию вместить там в формате полчаса на 40 минут достаточно сложно. Ну, мы постарались показать, наверное, тот момент, что у нас есть место, где мы сегодня активно развиваемся, да, то, что технология применима, то, что нас признали в мире. Вот. И, по сути, сегодняшний вебинар мы хотели бы посвятить тематике ваших вопросов-ответов, в первую очередь, да, потому что и развитие, скажем так, нашего проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов возникает вопрос, и, скажем, развитие в других направлениях, да, тоже люди часто нас спрашивают, как, почему происходит и так далее, и так далее. Вот. Ну и, наверное, здесь может быть краткий, наверное, в начале вступительный такой обзор. Действительно, в четверг мы подводили итоги того, что у нас происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы говорили о том, когда началась, ну, скажем так, наверное, основная поступила информация о развитии нашего проекта на территории Аравийского полуострова. Да, это была весна прошлого года. Ну, еще года не прошло. Вот, с того момента, как мы узнали о развитии нашего проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это выставка Future City Show 2018. Но я думаю, многие из вас, кто достаточно внимательно следили за развитием нашего проекта, начиная с 2014 года, вот, я предположу, что, возможно, такие сейчас есть в нашей комнате, да, помнят, с чего все начиналось, к чему двигалось, да, и помнят наверняка этапы развития самого струнного транспорта и до момента того, как технология стала называться Skyway. Ну и часто мы видим в сети, скажем так, где-то возмущенные возгласы людей, которые глубоко не ознакомились с нашим проектом, что все двигается медленно, что вообще непонятно, чем мы занимаемся и так далее, и так далее. Но поймите правильно, действительно проект Skyway, то есть вот, может быть, мое мнение в первую очередь, да, это, по сути дела, первый проект, который для реализации данной технологии, инновационной технологии, касающиеся мира транспорта, да, то есть тяжелые промышленные технологии, как говорит Анатолий Эдуардович Чумицкий, это даже отраслеобразующая технология, да, потому что то, что мы делаем, до этого никто не делал. Да, то есть, и действительно, определенные сложности с реализацией технологии под названием Skyway возникают порой потому, что нет каких-то тех регламентов, да, в большинстве государств, да, практически в каждом государстве, куда отнести наш транспорт и прочее. Благо, что с того момента, как у нас появился экотехнопарк Республики Беларусь, да, у нас появились люди, заинтересованные в развитии нашей технологии, у нас появились люди, которые верили в перспективу развития нашего транспорта. Ну и спасибо людям из НИИ Горэлектротранса, которые, скажем так, разобрались в технологии, давали свои сертификаты на наши транспортные средства, на путевую структуру и так далее. Отнесли нас к легкорельсовым транспортным средствам. Опять же, если подходить с точки зрения там, тех регламентов и использования данной технологии, ничего подобного в мире не было. Ну, буквально, наверное, пару слов хотел бы еще сказать, да, то, что технология, вы знаете, развивается на протяжении там, 4 десятков лет, да, и по мере развития нашей технологии, то есть она совершенствуется в процессе. Я думаю, те люди, которые пришли в 2014 году, помнят вот это, которое я сейчас хочу включить, оно буквально там займет какие-то 30-40 секунд, да. Вот. И то территория экотехнопарка, точнее элемент этого видео, да, речь идет непосредственно о струнных технологиях начала 2000-х годов. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес его оснастили специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струны — это вот система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что струн под грузовиком весом 12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных...
Итак, друзья, в том вот ролике, который вы сейчас видели, наверное, от современных струнных технологий используются далеко не все принципы, которые заложены в наш транспорт. Да? Но первое, наверное, на что стоит обратить внимание, то, что стальное колесо катится по стальному рельсу, то, что говорит Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот. Ну и, соответственно, как таковых противосходных устройств, о которых мы говорим достаточно давно, на том транспорте, который вы сейчас видели в ролике, их просто не было. Да? Потому что были, скажем так, по сути дела, взяты колеса от железнодорожных вагонов, которые стояли на круглых трубах, но внутри этих труб были натянуты струнные рельсы, там был прокачан бетон, как и сегодня. Да? Что хотелось бы сказать, что внешний вид сегодня эстакад Skyway по сравнению с тем, что было в начале 10-х годов, там, ну, ближе к концу, может быть, первого десятилетия нашего тысячелетия, да, в корне отличается, потому что многие из вас видели огромное количество роликов, которые были продемонстрированы, ну, начиная там с 2015 года, с момента начала строительства экотехнопарка и так далее. Что хотелось бы отметить, да, я уже сказал, то, что действительно огромная смелость, надо дать должное генеральному конструктору и тем людям, которые вместе с ним запускали проект, это выбор платформы по схеме краудинвестинга. И, скажем так, началось народное инвестирование в проект. То есть люди разобрались с тем, что это перспективная технология, кто-то просто на голову верит, кто-то, скажем так, разбирался, наверное, в технических аспектах, кто-то пришел сюда, скажем, заработать. И, в принципе, никого из этих людей упрекнуть нельзя в тех причинах, по которым они пришли в наш проект. Да? То есть у нас есть огромное количество людей, по которым просто не безразлично то, что сегодня происходит в мире, и они пришли на основании, скажем так, собственного выбора сделать эту планету лучше, увидели в этой технологии спасение для последующих поколений и так далее, и так далее. Кто-то разобрался в том, что действительно данная технология в корне отличается от всего, что было до этого момента, и за ней будущее, да, то есть данная технология имеет право жить, и она должна развиваться. Вот. Кто-то увидел, как бывший человек, который не раз уже, скажем так, принимал участие в программах MLM бизнеса, так как у нас еще есть многоуровневая партнерская программа, да, он увидел возможность с хорошим маркетинг-планом заработать денег. Но это тоже, в принципе, в наше время не является чем-то плохим, может быть, даже это положительная сторона, когда люди хотят иметь больше, чем у них есть на сегодняшний день, да, и стремятся к тому, чтобы реализовать свои какие-то цели, свои какие-то, скажем так, чаяния в этой жизни, обеспечить финансово себя самого и своих последующих поколений. Мало того, что в процессе, скажем так, развития и движения вместе с проектом сейчас Skyway Capital, который был запущен, скажем, не сразу в развитии проекта, в 2015 году, да, 24 февраля состоялась первая презентация. Помимо, скажем, получения дохода по партнерской программе, конечно, большинство людей, пришедших в наш проект, увидели перспективу, ну, скажем, в обозримом будущем увидеть ситуацию, когда компания начнет реализовывать технологию в большом количестве адресных проектов и зарабатывать деньги. И вы знаете, по нашему инвестиционному меморандуму, минимум пятая часть дохода компании будет распределяться между теми, кто поддержал технологию на ранних этапах ее развития. Да? То есть разные были моменты в развитии нашей технологии, были свои, скажем так, взлеты и падения. Даже уже, скажем так, в процессе движения по схеме краудинвестинга, привлечения инвестиций в наш проект посредством народного инвестирования. Вы помните все, что был разработан 15-этапный план развития нашей технологии, то есть он в себя включал, как мы говорим, определенный набор работ на каждом этапе, которые необходимо выполнять для того, чтобы прийти к ситуации, когда мы можем на отдельно взятом участке местности продемонстрировать, что из себя представляет технология, сертифицировать, да, целый ряд транспортных средств и видов путевой структуры, и приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Кстати, те, кто внимательно читал, как говорит Анатолий Эдуардович, вектор, да, развития нашего проекта, 15-этапный план, то на целом ряде последних этапов один из видов работ – это работа с потенциальными заказчиками. То есть она тоже предусмотрена. Помимо того, что мы строили территорию экотехнопарка, помимо того, что мы развивались в направлении того, чтобы продемонстрировать, что из себя будут представлять городские грузовые комплексы Skyway, да, и высокоскоростные. Вот. Кстати, что хотелось бы отметить, я думаю, большинство людей из вас знают, да, то, что у нас в Беларуси был выделен участок, который сегодня, по сути дела, ну, я не могу сказать, что завершил, да, свою функцию, ни в коем случае, потому что экотехнопарк – это место как раз-таки, о чем мы с вами говорили, да, о чем заявлял генеральный конструктор, начиная
с лета 2015 года. Я думаю, большинство из вас, опять же, те, кто, предполагаю, находится на вебинаре в комнате Мирополис, видели видеоролик, где Анатолий Эдуардович Юницкий в течение 5 с лишним минут рассказывает, что же из себя будет представлять будущий экотехнопарк. Ну, это не первая картинка, да, представлена нам с вами как инвесторам, как будет выглядеть экотехнопарк. Первая была еще намного проще. То есть она была, можно сказать, почти плоская и так далее. Да? Но вот так задумывался экотехнопарк, который располагается в Белоруссии, недалеко от города Марьиногорка. Да? И первые работы, как мы уже говорили, вы знаете, начались в конце июля, в августе месяце 2015 года. То есть основные работы, которые велись компанией достаточно долгое время, связаны были со строительством экотехнопарка, центром демонстрации, сертификации SkyWay. Но что хотелось бы еще отметить. Смотрите, когда стартовал проект в 2014 году, да, то целый ряд вещей, которые сегодня реализованы на территории экотехнопарка, они даже не задумывались. Да. То есть, да, была речь о строительстве городской трассы, там грузовой трассы, высокоскоростной трассы, да, но то, что мы сегодня с вами увидели, мы на территории экотехнопарка сегодня построили 5 типов трасс. Вы знаете, да, у нас там есть жесткая трасса для более тяжелых транспортных средств. У нас есть легкая трасса, у нас есть подвесная трасса, есть грузовая линия SkyWay, да, и есть вот буквально с лета 2018 года началось строительство и уже построена трасса для суперлегкого SkyWay под названием Univind. То есть вот такие названия, как Unibike, например, да, и Univind, я точно могу утверждать на 100%, в 2014 году и даже в начале 2015 они еще просто не звучали. То есть по мере, скажем так, реализации технологий, по мере продвижения к тем результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, появлялись идеи новые, появлялись идеи, скажем так, и новых транспортных средств, и новых видов путевой структуры. И, скажем, приходили идеи конструкторам при использовании новых материалов, о котором в своих интервью говорил Анатолий Эдуардович Юницкий не раз, да, то есть не обязательно все должно быть металлическое и так далее. Ну и что хотелось бы отметить, да, то, что за достаточно короткий срок на территории Республики Беларусь у нас выросло очень большое предприятие, да, на котором сегодня более 800 человек трудится на реализации данной технологии. И как показывает практика последних вот, ну, нескольких месяцев, да, вы заметили то, что, ну, наверное, даже месяцев это мало сказано, начиная с конца 2017 года. То есть специалистов становилось много, а их и надо много еще больше для того, чтобы технология развивалась на территории всего земного шара. Правильно? Вот. Поэтому вы заметили то, что в процессе развития, скажем так, технологий на территории экотехнопарка мы сначала приобрели, скажем, свои производственные площади, мало того, потом был приобретен свой собственный офис в промышленном районе города Минска. Ну, мне довелось там побывать раза два-три, наверное, да? Вот. Это находится в 3 минутах ходьбы, вот, в 3-4 минутах ходьбы, неторопливым шагом от метро «Тракторный завод» в городе Минске, да, есть такая ветка. Метро, по-моему, красного цвета она. Вот, помимо всего прочего, у нас остались производства, точнее, офисные помещения в том здании, которое мы арендовали до того на проспекте Дзержинского. Там сейчас тоже работают люди. И вы недавно совсем, наверное, видели информацию, что было арендовано еще одно. Было арендовано еще одно помещение, потому что количество специалистов в нашей компании увеличивается, да, недалеко от Национальной библиотеки в городе Минске. Да, то есть это проспект Независимости, если я не ошибаюсь, то есть это выезд в сторону Москвы. Количество людей у нас добавляется, количество квалифицированных кадров в разных направлениях, кстати. Да, вот если мы раньше поначалу говорили о том, что в 2014 году у нас был только один конструктор, и тот генеральный Анатолий Эдуардович Юницкий, руководитель нашего проекта, то сегодня у нас есть большой набор специалистов в направлении, скажем так, конструкторских кадров, инженеров, финансистов, да. Мы говорим о разных направлениях развития проекта группы компании SkyWay. Соответственно, так как мы говорим еще о теме инвестирования, наверняка будут появляться грамотные люди в направлении финансов, работы на бирже там, и так далее, так далее, так далее. Но без этого просто нельзя, да, потому что мы имеем дело с инвестиционным проектом. Помимо всего прочего, производство, да, то есть если пару лет назад у нас, скажем, было так небольшое производство, потом оно стало развиваться, вот вы видели, месяца полтора-два назад у нас вышло новостью в строительстве новых производственных площадей, потому что старое здание производственное уже рядом, точнее, не то чтобы оно старое, а в предыдущем здании уже становится тесно, и так как мы вышли уже на реализацию проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов, то мы уже, скажем так, стремимся к
мелкосерийному, серийному производству, соответственно, тех помещений уже не хватает. И очень радует то, что действительно новые здания строятся темпами, порой даже опережающими, как сказал руководитель данного направления, господин Куделко, да, вы видели это в интервью господина Кириченко. То есть идет полное движение, и сказать о том, что вот мы, как мы часто слышим, да, вот что-то вы медленно строите, что-то вы медленно там развиваетесь, вот вы в Объединенных Арабских Эмиратах начали говорить уже там с августа месяца, да, и где же результаты, где построены трассы и так далее. Ну, вот я на этот вопрос не то чтобы улыбаюсь, но тем не менее, смотрите, мы живем, скажем так, в реальном мире, в котором для того, чтобы что-то построить, ну, как минимум нужно время согласовать проект там и так далее, и так далее. Согласование тут достаточно сложно. Объединенные Арабские Эмираты – страна, в которой, вот мы говорили часто, да, что наше предприятие струнной технологии имеет весь набор, скажем, разрешительных документов для того, чтобы полностью осуществлять цикл работ на территории Республики Беларусь. Там, где мы развивались, там, где мы создали демонстрационный центр SkyWay, и где сегодня он практически, там, я так предполагаю, процентов там, на 90, наверное, построен, да, потому что трассы, на которых можно демонстрировать транспортные средства, есть. Теперь уже, скажем так, отшлифовка, доработка транспортных средств. Возможно, скажем так, какие-то идеи возникнут в голове, скажем, и с путевой структурой еще будут какие-то работы и так далее, и так далее. Но в целом, то, о чем мы мечтали в 2014-2015 году, оно у нас сегодня практически есть недалеко от города Мариногорка. По сути дела, экотехнопарк сегодня выполняет свою функцию. Да, там реально посажены сады, возможно, там деревья не такие, как на данной картинке, вот, да, потому что все-таки надо время вырасти и так далее. Хотя, если честно, в этом году, кто были на третьем экофестивале, видели, какие яблоки растут на этих деревьях. Я был осенью, да, и видел, скажем так, яблоки, которые приобретали сотрудники наших организаций, работающих в Минске, с нашего экотехнопарка, да, то есть оно там 2-3 яблока на килограмм, ну, может быть, 4. Вот такие яблоки растут на этих небольших деревьях, то есть, по всей видимости, проведена и хорошая селекционная работа с точки зрения специалистов, скажем так, садоводства и сельского хозяйства. Вы знаете, у нас есть отдельное направление, да, в КБ, которое касается почв там и так далее, и так далее. Вот, что еще хотелось бы вам сказать, коллеги. Смотрите, мы в Эмираты, как говорит Анатолий Эдуардович Чернецкий, вышли, там у нас в основном теперь будут работать подрядчики, да, то есть те, кто будут выполнять работу на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И нам часто задают вопрос, вы там будете строить отдельно новый экотехнопарк и так далее. Но как заявил в своих интервью Анатолий Дарчевницкий, да, то, что мы там выходим в Объединенных Арабских Эмиратах не просто на строительство какой-то отдельно взятой трассы, мы выходим на строительство так называемых связанных адресных проектов. Это, как он сказал, прототипы транспортно-инфраструктурных комплексов, да, под государственные заказы в тропическом исполнении. Да, действительно, климат Беларуси и климат Объединенных Арабских Эмиратов отличается, и линейка транспортных средств, как было сказано из интервью и нашего генерального конструктора, и руководителя КБ транспортных средств компании «Струнные технологии», да, задача о создании линейки транспортных средств в тропическом исполнении поступила практически сразу после того, как закончилось мероприятие «Future City Show», и, как оказалось впоследствии, были подписаны документы о сотрудничестве, о выделении земли. Да, вы знаете, что нам выделена земля. Один участок у нас находится в Эмирате Шарджа, возле, скажем так, точнее, он будет являться частью научно-исследовательского технологического парка, и я думаю, что большинство из вас, кто внимательно следит за развитием нашего проекта, видели интервью, да, исполнительного директора данного парка, буквально это было там 3 недели, о том, что в лице наших партнеров, мы видим, скажем так, это надежные партнеры, целью которых действительно развиваться, да, развитие страны, развитие Эмирата, и наши технологии, они видят, скажем так, решение транспортных вопросов, которые сегодня назрели и на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и в принципе мира в целом. Потому что те решения, которые будут продемонстрированы на территории инновационного центра SkyWay, который мы строим в Эмирате Шарджа, в дальнейшем будут использованы в целом ряде адресных проектов, которых, как сказал Анатолий Дарович Минский, те, кто внимательно смотрел его новогоднее интервью, адресных проектов на территории Эмиратов и не только уже достаточно много, и как была названа сумма, там десятки миллиардов долларов США. Вот. И на территории экотехнопарка как раз-таки будут продемонстрированы те решения, которые будут использоваться на территории, ну, Эмиратов, Аравийского полуострова и в дальнейшем, скажем так, странах с подобным климатом. 2,5 километра участок, который у нас находится на территории Эмирата Шарджа, да, то есть это вот, помните картинка, да, которую мы сейчас с вами смотрели про экотехнопарк на территории Республики Беларусь и что мы сейчас будем строить на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, даже чисто визуально вы видите серьезные отличия. Да?
То есть там действительно будет находиться инновационный целым рядом видов путей структуры. Там будет, скажем так, продемонстрированы именно в Шардже городские и грузовые комплексы SkyWay. И, как говорил генеральный конструктор в своем интервью, на территории инновационного центра в Шардже мы еще будем демонстрировать наши юниконты, да, которые будут перевозить контейнеры весом до 35 тонн. То есть, к чему, наверное, это называется? Да, я думаю, что большинство из вас помнит интервью Анатолия Дарчуницкого, когда он ходил, скажем так, в феврале еще 2015 года вместе с Виктором Бабуриным, Женя Кудряшов, Евгений Кудряшов, руководитель проекта компании SkyWay Capital, был вместе, то есть снимали порядка 40 минут интервью, да, на участке местности, где, ну, не то, чтобы было запустение, это, наверное, неправильно было сказать, да, ну, просто была трава, были деревья, бывший танковый полигон заброшенный. Ну, мы там имеем центр демонстрации SkyWay и сертификации. Ну и отличие, наверное, того, что мы строим на территории экотехнопарка и то, что мы строим на территории инновационного центра SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах, тоже вот это мое мнение, да, то есть оно может как бы не совпасть с мнением руководства и так далее, но я, наверное, его выскажу. Смотрите, когда мы строили на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, да, единственным источником финансирования для нас с вами было что? Вот напишите здесь мне в чате, кстати. Я вот задам вам вопрос, как вы думаете, да, то есть какие деньги шли на строительство экотехнопарка в Республике Беларусь. Вот. Ну, наверное, дожидаться. Ну, Вячеслав, спасибо вам за то, что вы подсказали про народ, да, и так далее. Действительно, у нас был единственный источник, и длительное время, и сейчас он является одним из основных, это движение денег от обычных людей, которые становились совладельцами технологий, да, это народное инвестирование. Вот. Никто практически другой денег не вливал, потому что это наша с вами задача была, и вообще, скажем так, при старте этого проекта это была главная задача. То есть мы строим центр SkyWay, на котором мы можем это продемонстрировать, сертифицировать, показать и так далее. Сегодня этот центр как раз-таки в первую очередь выполняет свою основную функцию. Туда приезжают делегации из разных уголков земного шара. Я думаю, большинство из вас видели, да, что перед мероприятием под названием Международный правительственный форум, который проходил в Эмиратах, была делегация из Грузии, и вот буквально в конце прошлой недели мы видели небольшое интервью, которое давал чиновник железных дорог, да, железнодорожного департамента Грузии, там были представители в этой делегации и правительства и так далее. То есть приехали посмотреть, что из себя представляет технология. Я думаю, вы все помните, что такие делегации приезжало уже, скажем так, не один десяток с разных уголков земного шара и так далее, и так далее. То есть демонстрационный центр SkyWay, он отрабатывает основную функцию, которая на него была возложена. Чем отличается строительство на территории Объединенных Арабских Эмиратов, потому что вот мы говорим про эти связанные проекты, то, что сказал наш генеральный конструктор, да, то, что, да, мы начинаем строить за свои деньги, но, как было сказано, вплоть до государственных, да, заказов дорог в разных уголках Объединенных Арабских Эмиратов, и те расходы, которые мы с вами сегодня несем, частично, кстати, хочу сказать, да, вот, эти расходы все будут полностью, скажем так, восполнены при заключении тех самых контрактов, о которых мы говорим. Но еще очень важный момент, да, то есть многие работы, которые выполняются уже на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это вот предпроектные работы и так далее, за них платятся деньги. Вот. На территории экотехнопарка нам никто денег не платил. Деньги приходили только от людей, да? Деньги приходили только от наших инвесторов. Соответственно, то, что делается в Эмиратах, я имею, скажем, наверное, там это, ну, свое мнение предположить, да, или право предположить, то, что там это будет развиваться быстрее. Потому что речь идет о других деньгах. Да? Объединенные Арабские Эмираты, скажем так, страна, которая, ну, как мы говорили в четверг, она открыта к инновациям, она открыта к научно-техническому прогрессу, уже очень много реализовано на территории Эмиратов. Вот. И они заинтересованы в нашей технологии, да, и мы стали частью, скажем так, транспортной стратегии развития Дубая, вы знаете, да, 19% бюджета Дубая на 2019 год – это как раз-таки развитие транспортной стратегии, частью которой является, как нам сказали, новый вид городского транспорта. В Эмиратах строительство будет идти намного быстрее. Кстати, я думаю, если мы вот опять же по времени посмотрим от начала демонстрации первых видео, которые были в экотехнопарке, да, там, помните, субботник мы проводили в июле месяце 17 числа, лично принимал участие в субботнике, вот, и так далее, до момента, скажем так, начала работ под первую анкерную опору и так далее, то в Эмиратах все произошло гораздо быстрее. Вот. У нас и металлопрокат для путевой структуры в экотехнопарк появился намного позже, а мы с вами видели видео, да, с территории
инновационного центра SkyWay, который строится на территории Объединенных Арабских Эмиратов, то, что там уже лежат элементы путевой структуры, да, то есть и целый ряд, скажем так, необходимой инфраструктуры уже завезен на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, там уже заложен фундамент под наше офисное здание и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, офисное здание на территории Экотехнопарка, те, кто помнит, оно тоже начинало строиться не в первую очередь. Вот таким вот образом. Поэтому, опять же, я хочу вернуться к чему? Я хочу, ну, наверное, просто обратиться к разуму большинства людей, которые живут на этой планете, которые следят за развитием нашего проекта, действительно за один день сделать что-то невозможное. Да? Вот. И просто сравнить, например, с теми инфраструктурными проектами, которые я вижу, вот, развиваются, например, в Московской области. Я живу в городе Одинцово, тут недалеко, можно сказать, ближе Подмосковье, да, то есть только переезжаешь МКАД, и там оно уже через пару остановок начинается. И у нас есть такая структура РЖД, я думаю, многие из вас знают, да, то есть, которая является там полугосударственной организацией, на нее каждый год выделяется огромное количество субсидий, там, денежных средств из бюджета и так далее. Они все время говорят, что пассажирские перевозки у них, скажем так, убыточны, и они восполняют, скажем, свои потери за счет перевозки грузов и так далее. Ну и, скажем, по сути дела шантажируют правительство, руководство, администрация разного уровня страны о том, что вот им бы надо восполнить их убытки и так далее, и так далее, что, в принципе, с успехом делается. Вот у нас сейчас в Подмосковье развивается, скажем, направление, да, достаточно быстро, хотя тоже относительно, да, можно сказать, строилось МЦК, Московское центральное кольцо, которое по бывшей грузовой, малой грузовой железной дороге, которая находилась внутри Москвы, связывала все, скажем так, радиальные направления выезда с Москвы для грузовых вагонов и так далее. Это сделали сейчас пассажирское движение, где ходят ласточки и так далее, и так далее. Но строили его тоже там больше 2 лет. Я не могу сказать, что вся инфраструктура была готова, конечно, была большая стройка и так далее, но туда выделялись миллиарды и миллиарды рублей. Да? И вот я начал с Одинцова, и вот я помню, где-то года 4 назад у нас стали появляться первые деревянные платформы, там стали валить те платформы, которые были, то есть это были зачатки создания вот того МЦД, который строят сейчас. То есть центральные диаметры, там Одинцова, Лобня, потом будет Нахабино, там Подольск и так далее, и так далее. И строится это уже больше 4 лет. Да, и есть большое количество участков, которые, скажем так, только по сути приступили к строительству. Поэтому огромные, скажем так, государственные деньги, да, деньги РЖД, там миллиарды рублей в этот проект вкладываются, и он уже длится более 4 лет. Да. Дальше проекты, которые есть в Подмосковье, например, у нас есть бетонное кольцо малое, бетонное кольцо большое, там давно была идея, она уже тоже больше 5 лет существует, и там работы тоже ведутся, где-то они выполнены, где-то нет. Это в 2 полосы в каждую сторону построить вот эти, скажем так, бетонные дороги. Сейчас, конечно, их асфальтируют асфальтом. Они, все железные дороги, эстакады, скажем так, строятся сверху и так далее. Но это тоже длится достаточно давно, при всем при том, что, скажем, туда выделяются, опять же, государственные деньги. Там МОЗ, Автодор там и прочие строят эти дороги и так далее, и так далее. Мы же с вами, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, да, в Объединенных Арабских Эмиратах удивились чему? Что, не обладая большим количеством денег, да, то есть многие крупные транспортные компании, как было сказано, да, там, которые являются лидерами транспортного рынка, подобное сделали там за многие миллиарды долларов США, чего у нас с вами, кстати, не было. Вот. Поэтому мое резюме то, что вот мы развиваемся достаточно быстро и будем развиваться еще быстрее. Потому что вот Эмираты действительно ключевой момент, да, это, скажем так, сегодня это основная задача. Как было сказано, что в интервью, что многие специалисты, которые работают у нас на территории Беларуси, они больше времени уже проводят в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Поэтому сейчас бы я, наверное, просто хотел перейти к вопросам, которые, возможно, у нас есть. Вот Вячеслав спросил, как было сказано Анатолием Эдуардовичем Юницким по поводу расходов постройки Объединенных Арабских Эмиратов. Расходы, которые мы понесем сейчас, они будут полностью возмещены вот, в то время, когда будут заключены эти контракты, то есть эти деньги будут возвращены группе компании SkyWay. Было сказано, начните строить, покажите, и все это вам, скажем так, отыграется в сторице, да? Что хотелось бы еще сказать. Действительно, в принципе, наверное, нельзя обойти стороной вот этот вот способ привлечения инвестиций на территорию, скажем так, в наш проект. И я считаю, это, кстати, мое мнение, у кого-то к этому отношение ну, не столь открытое, не столь радушное, да, но тем не менее, краудинвестинг, как мы его называем, либо движение по партнерской программе, когда люди, обычные ставшие инвесторами нашего проекта, имели возможность получать доход, и до сих пор это есть, и оно будет, пока мы развиваемся в проекте, продолжаться, привлекая, скажем, других инвесторов, зарабатывать деньги.
Ну, это мощный двигатель, который сработал и который продолжает сегодня работать на целом ряде регионов. Мы активно, вот вы знаете, в 2018 году развились на рынке Вьетнама. У нас практически не охвачен рынок Индии и Китая. Кстати, одна из последних новостей развития нашего проекта Skyway Capital, то, что на прошлой неделе, я думаю, кто из вас внимательно следит за новостями, у нас открыт личный кабинет на языке хинди. А вы знаете, что индусов, ну, скажем, чуть меньше, чем китайцев, да, то есть две страны, если мы возьмем, это почти полземного шара. Вот, у нас есть личный кабинет и на китайском языке, и на индийском языке, и высока вероятность, что мы активно будем развиваться и в этих странах, да, ну, в принципе, все зависит от кого. В первую очередь, наверное, от наших партнеров, которые найдут там людей, у которых загорится в душе, да, они появятся огонь в глазах, они будут активно развиваться в нашем проекте. Поэтому, действительно, благодаря той платформе, которая была, вот, по-моему, выбрана грамотно в 2013-2014 году, да, это краудинвестинг, мы сегодня имеем то, что имеем. И, по сути дела, все, что построено в Беларуси, это благодаря вам, благодаря тем, кто поверил, благодаря тем, кто двигается вместе с нами. Вот, и я смотрю, стали появляться вопросы, да. Можно я сейчас буду читать их потихоньку? В реестре акционеров доля отображается. То есть тут вопрос стоит, что в реестре там отображались ЛТД 2, потом 3, а потом в общем реестре отображается. У нас, в принципе, в целом существует один реестр, да, просто, скажем так, сначала у нас был один холдинг, да, на который было выделено определенное количество долей, там порядка 30 миллиардов, да, но приближаясь к порогу, скажем, 50% выбранных долей по тем пакетам, которые можно было приобрести, чтобы сохранить, скажем так, контрольный пакет, был запущен второй холдинг. И буквально не так давно был запущен третий холдинг, да. Но в целом, как бы, реестр общий, да, то есть и в общем реестре вы имеете определенное количество долей, которые приобрели в нашем проекте. Что по поводу обучения, которое Франтишек проводил во Вьетнаме, оно есть в кабинете или когда-то будет? Вы знаете, Вячеслав, вот хороший вопрос, который вы задали, спасибо, кстати, за него, да, за этот вопрос. Потому что действительно у нас проводятся мероприятия, касаемые работы там, по партнерской программе, как строить бизнес и так далее. Готовятся какие-то материалы. Я, вот, правда, их вот здесь не видел. Подготовка идет, скажем так, я так понимаю, руководством, ну, почетными членами, точнее, членами общего управления Skyway Capital. Да, они разрабатывали эту систему. Я знаю, что в ближайшее время узнать, что из себя она представляет, могут люди, которые приедут на мероприятие в городе Москва. Да, оно у нас состоится 30-31 марта, в видео новостях прошлых мы это озвучили, и вот буквально сегодня-завтра мы откроем страницу, где люди смогут зайти почитать, о чем там вообще будет, что там будет на мероприятии, и могут приобрести себе в личном кабинете билеты на это мероприятие. Вот. Вот. Что касаемо материалов и так далее, я пока их не видел, в руки ко мне не подходили, но если говорят о создании какой-либо системы, да, соответственно, я предполагаю, какой-то определенный перечень документов, видеороликов, возможно, и действий к этому всему должен быть сформирован. И, ну, мое мнение, вот то, что вы задали этот вопрос, да, действительно, это должно быть доступно абсолютно любому человеку, который хочет развиваться в направлении создания бизнеса по партнерской программе и так далее. Да? То есть, если это все будет в итоге подготовлено, скажем так, готово в один пакет документов, возможно, это будет отражено и в личном кабинете партнеров. Так, Надежда, не совсем понял вопрос. Скиньте ссылку для приглашения новеньких. Ссылку для приглашения новеньких куда? То есть, вот сюда вот на вебинар, это та ссылка, по которой зашли вы, гостевая ссылка. Если вы имеете в виду для новичков, которые последуют следом за вами, правильный ответ, вы заходите в личный кабинет. Да? Вот. Первое, что, на что хочу обратить внимание сразу же. Да, любой человек, который хочет развивать партнерскую структуру, первый шаг, который там он сделал после верификации, это нужно. Если вы не можете попасть в свой личный кабинет, Надежда, тогда все, что вы можете сделать, это у нас есть окошко техподдержки в личном кабинете на сайте, обратиться в техподдержку, написать свой, скажем так, номер ID, если помните, либо свой электронный
почтовый адрес и так далее, и начать разбираться с этим вопросом. То есть почему вы не можете попасть. Знаете, Геннадий, вот вопрос у всех один и тот же. Когда же все-таки начнем получать, а не отдавать? Ну, вы знаете, отдавать вас, в принципе, второй, третий раз там и так далее никто не заставляет. Вы сами, скажем, планируете, надо ли вам увеличивать портфель инвестиций в наш, в нашем проекте или нет. А вот что касаемо получать, ну, я могу только ответить следующим образом. Когда компания начнет получать прибыль и будет принято решение часть прибыли отдавать тем инвесторам, которые поддержали на начальном этапе, вот в процессе, скажем так, инвестирования в проект, тогда мы начнем что-то получать. Но без прибыли, я думаю, вы со мной согласитесь, как можно чего-то получать, скажем так, да, не имея прибыли с проекта. Очень давно вот тоже вопрос такой. Конечно же, скажем так, каждый год человеческой жизни это много. Да, к сожалению, наша жизнь, она не подразумевает, что мы будем с вами жить вечно, как в песне Фредди Меркьюри, там, да, кто хочет жить вечно, who wants to live forever, и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, 4 с небольшим года для развития проекта, да, вот есть люди, которые говорят, что они давно инвестировали, проинвестировав нас в 2017 году. Ну, я считаю, это не очень долго. Проект у нас глобальный, и я думаю, ну, наберитесь терпения, потому что мы с вами сейчас, ну, как никогда близки к тому, чтобы мы реализовали технологию. Вспомните то время, когда вы пришли, что у нас было, чем мы могли похвастаться, точнее, мы и сейчас-то, в принципе, не хвастаемся, да, просто имеем то, к чему мы пришли. Знаете, ссылку с сайта, Надежда, ну, какой смысл, да? Потому что, если вы развиваете партнерскую структуру, лучше вам эту ссылочку взять внутри личного кабинета собственного и дать тем людям, которые будут следовать за вами. По поводу 3 года или не 3 года, вот Давыдовский Павел написал, вы знаете, я не могу утверждать, что 3 года, это может быть и раньше. Потому что прибыль, она бывает не только от построенных трасс, да, от чего-то еще, но я думаю, что мы с вами узнаем, когда нам будут платить с вами деньги и так далее. Но тоже устанавливать какие-то обозримые сроки я, например, не могу, не зная всего масштаба. Да, потому что я думаю, весь масштаб того, что сейчас задумано в Эмиратах, какие там адресные проекты, как быстро это все будет развиваться, насколько, скажем так, у нас действительно хорошие подрядчики и те партнеры, с которыми мы заключаем предварительные договоренности или договора в будущем, ну, конечно, от этого всего будет зависеть, как быстро мы получим доход. По поводу первых, это, наверное, Григорий Михайлович, да, отвечает. По поводу первых 5000, да, вот те люди, которые поверили, одни из самых первых, да, которые в 2014 году пришли, когда не было ничего вообще. Только, скажем так, были монографии на бумаге, были видеоролики записаны, был Анатолий Дарович Юницкий и так далее. Вот они получили свое вознаграждение. За что в первую очередь? За доверие, да? И кто-то получил, скажем так, там те тоже $1000 с доходностью более 30 раз. Да, у кого-то она меньше. Но те люди, которые пришли в самом начале, они, ну, получили серьезный доход. Но вот пока все, что нужно, не сделаем, не будет плодов, написал Вячеслав. Ну, поймите правильно, действительно у нас в каждом там последующем адресном проекте все, что нужно, будет отличаться. Потому что мы будем строить разные трассы, мы где-то будем строить грузовые трассы. Как говорил Анатолий Дарович в своих интервью, в принципе, большая потребность есть в городских линиях, да, на территории того же, на тех же Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Поэтому логично, да, когда будет прибыль, тогда мы начнем с вами получать доход в виде дивидендов. Так, друзья, я заглянул еще в скайп, мне там сбрасывают вопросы из соцсетей. Подскажите, когда можно будет продать обычным инвесторам долевые части компании? Так, подскажите. Как можно будет продать долевые части компании. Но пока мы сейчас с вами находимся на той стадии развития проекта, когда вы стали собственником, да, пакета долей, да, и у нас на этом этапе не подразумевается там подарить кому-то, перепродать кому-то и так далее. Потому что если была такая возможность, возможно, мы, кстати, не добрались бы, да, до того, чего мы сегодня пришли, потому что каждый бы начал друг другу перепродавать эти пакеты долей, начались бы какие-то спекуляции, да, там кто-то бы уходил ниже дисконтом, чем есть, и так далее, и так далее. Соответственно, это привело бы к бардаку. И если бы компания позволила нам, держателям долей, эти доли перепродавать, тогда, скажем так, в реализации самого проекта деньги бы не шли. Вот. И
реализовывать пакеты долей можно будет тогда, когда, скажем так, эти пакеты долей, ну, по сути дела, станут, наверное, ценными бумагами, и их можно будет дарить, продавать и так далее. Пока нет. По поводу токенов белой бумаги и так далее. Ну, смотрите, сразу хочу сказать, у меня нет информации о том, когда мы это будем делать, когда у нас там запущен, насколько отработана блокчейн-платформа компании Skyway Capital, извините, проекта Skyway и так далее, и так далее. Единственное, могу сказать, смотрите, и вот следующий вопрос, когда можно будет увидеть документацию ICO, там в PL4 отвечали, что в январе вся будет опубликована. Ну, я не знаю, в каком вот, я не помню, я не мог сказать, что в январе будет опубликована вся информация. Потому что у меня этой информации не было. Единственное, что я мог сказать, когда она будет опубликована, тогда будет опубликована. Потому что я не люблю, опять же, я сам не люблю вот якоть и прочее. Но мне не нравится что-то придумывать и, скажем так, не имея четких сроков от руководства компании, сказать, что в январе это будет опубликовано. Ну, не знаю, откуда вы это взяли. Одно хочу сказать. Вот рынок там ICO, рынок криптовалют и чего-то еще. Сколько лет действительно он развивается, да? По сути дела, возможно, наша платформа краудинвестинговая даже старше по возрасту, начиная там с 2014 года, чем активно развивается рынок криптовалют. Да, криптовалюты были раньше созданы, да, но активный вот процесс там ICO, и, которые были объявлены, их было не то чтобы там великое множество, но тем не менее было достаточно много, это 2016-2017 год, мы работаем с 2014. Вот. И рынок реально не изучен, вы видите, наверное, в последнее время, что происходит там с рынком криптовалюты и блокчейна. То есть его лихорадит то вверх, то вниз, то есть токен, точнее, начинают, если мы следим в основном за биткоином, да, и по уровню биткоина, там смотрим соотношение с другими криптовалютами, он значительно упал, начиная, скажем так, с максимального уровня с 20 тысяч, да, сейчас там чуть-чуть не дотягивает до 4. Огромное количество ICO, которые были, они оказались мыльным пузырем, и я предполагаю, что руководство нашей компании просто не хочет ударить в грязь лицом и выходить с какой-то сырой системы, да. Вы помните, что еще блокчейн-платформа, она будет параллельно развиваться вместе с тем, что у нас происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, не буду говорить о сроках, потому что, ну, не могу я придумать и не хочу. Но, тем не менее, работы ведутся, да, и когда это будет готово, когда, скажем так, ну, руководство почти на 100% будет уверено, что это направление, с ним можно начинать работать, все это будет запущено. И мы, как люди, которые приняли участие там в обмене токенов на доли и так далее, получим информацию, где, что нам нужно сделать, как зарегистрироваться в личном кабинете и так далее. Я тоже пока не видел белой бумаги, мне никто ее не давал. Как только она появится, поверьте, мы сразу до вас-то доведем. Конвертация инвестиционной доли, которую мы сейчас приобретаем в акции, будет соотношение 1:1. Вы знаете, но цель, да, мы к этой цели идем, потому что вы заметили, что по мере продвижения, скажем так, нашей компании по тем 15 этапам, о которых мы говорили, на первом этапе, скажем так, был максимальный дисконт. Да? Сейчас он уже у нас составляет от 1:15. Вот. И цель в дальнейшем, когда мы выйдем на уровень 1:1, фактически, это, наверное, тот момент, когда доли нашей компании будут превращаться в ценные бумаги, и тогда уже каждому думать, что с этими долями делать. Вот. Но мы двигаемся именно в этом направлении, чтобы соотношение было 1:1. Да. В дальнейшем, по мере, скажем так, развития проекта, по мере реализации данной технологии, тогда ценность будет расти, соответственно, это соотношение будет меняться уже в другую сторону. Да. Там 2:1, 1.5:1, я не знаю, 1.25:1, и там постепенно это будет расти. Вот вопрос, кстати, нам обещали, что после 15 этапа каждая доля будет стоить $1, что можно об этом сказать? Ну вот план, мы в этом направлении двигаемся, и высока вероятность того, что именно так оно и будет. Я более, скажем так, четко сказать, наверное, не смогу. Но как задумывался проект поначалу, да, что с окончанием 15 этапа мы выйдем, придем к ситуации, когда каждая отдельная доля будет стоить доллар США, ну, мы туда и двигаемся. Это было намечено с самого начала. Сколько всего долей будет продано до того, как ESS создали, ни слова об этом не было сказано. Ну, смотрите так, будет продано от общего количества долей, если вот мы говорим о всех трех уровнях, да, не более 35%. Вот. То есть 65 останется, скажем, в управлении непосредственно GTI там, и Анатолию Дорчуницкому. Это можно посчитать, то есть взять, скажем так, то количество долей, которое выделено в первом проекте было, да, там потом было 133 миллиарда, сейчас еще добавили примерно столько же, то есть
50%, если взять от этой суммы, то это будет порядка там 30-35% от общего количества долей, которые вообще были при оценке интеллектуальной собственности. Конвертация инвестиционных долей в акции будет сразу же после завершения 15 этапа или только при выходе на IPO? Вы знаете, Евгений, я сейчас ответить на это не могу. Я вам говорил, что наша компания развивается, будут наверняка привлечены грамотные специалисты, которые работают на фондовых рынках и так далее. Да? Но, как было сказано руководством, когда будет определен способ монетизации этих долей, которые мы имеем на сегодняшний день на руках, тогда мы это узнаем. Нам будет с вами это сказано. Дайте ссылку с сайта. Так, скидывайте Николаю, то, что вы дали ссылочку. Тут уже какая-то перепалка между инвесторами, да, пошла. Кто-то пишет свои эмоции, что понравилось, как патриоты пришли с большими надеждами. До сегодняшнего дня продолжаем верить. Ну, спасибо вам. Так, трансляция доступна. Пошел обмен ссылками. Так, Вячеслав спрашивает, правильно ли начать ICO уже при физическом исполнении ветряков или солнечных батарей? Была ли такая информация? Вячеслав, ну нам здесь, в Москве, никто про это не сказал. Я думаю, в Минске тоже небольшое количество людей знает, когда будет, да, то есть ICO там. Это привязано ли это к строительству электростанций при использовании солнечной энергии и ветряных электростанций? Если это как-то будет привязано, и так будет на самом деле, я думаю, мы с вами об этом узнаем. Ну, мы можем сами только предполагать, да, то есть связано ли это будет с какой-то энергетической частью нашего проекта или нет, но я думаю, что, может, прямой взаимосвязи не будет. Может быть такое с 13 на 15 этап. Вы знаете, опять же, не готов вам ответить сейчас на 100%, но у нас был уже переход с 10 на 12, действительно. Все зависит от того, что, скажем так, от динамики развития проекта и от динамики при привлечении инвестиций. Да? Возможно ли приход сейчас крупных инвестиций, потому что я от руководства, скажем, точнее не от руководства, а вот от членов правления Skyway Capital часто слышу, что ведутся переговоры в разных уголках земного шара, там задействованы крупные инвесторы, есть государственные структуры, которые заинтересованы и так далее, и так далее. То есть потенциально возможен приход больших денег, соответственно, скажем так, переход с 13 на 15 этап. Как это будет на самом деле, мы с вами посмотрим. То есть время покажет. Невыгодно закрывать финансирование до начала строительства адресных проектов. Вы знаете, Вячеслав, ну смотрите, опять же, к этому можно подходить по-разному. Я могу быть неправ, но опять же, финансирование строительства там экотехнопарка и всего необходимого для реализации технологий и финансирование адресных проектов уже, наверное, это не одно и то же. Да, потому что адресные проекты могут вообще начаться на деньги тех людей, которые хотят заказать себе дороги. Вот. И оно, в принципе, не будет иметь никакого отношения там, к тому, что происходит сейчас при финансировании, ну или дофинансировании уже, да, нашего экотехнопарка. Если вы помните, опять же, мы если все отбросим, вот то, когда вы стартовали, вы помните, да, у нас никаких других вариантов, скажем так, и шагов по применению тех денег, которые мы привлекали посредством народного инвестирования, не было. Мы строили экотехнопарк в Республике Беларусь. И цель это, опять же, строительство демонстрационно-сертификационного центра, где мы можем показывать, что из себя представляет технология. Вот так задумывался проект, и в принципе, вот в том виде, в котором мы имеем в личном кабинете, он продолжает двигаться в этом направлении. Вот. Адресные проекты, да, они могут быть связаны в дальнейшем, конечно же, потом, да, когда компания будет получать прибыль и прочее, она сама может создавать адресные проекты от тех денег, которые будут приходить там в виде прибыли с разных уголков земного шара и так далее. Вот. Это может быть тогда вот как раз-таки вариант там, фонда ЭКОМИР и так далее. Я вот не до конца еще разобрался с той информацией, которую дает Владимир Маслов. Но тем не менее. Вот. Поэтому выгодно или невыгодно закрывать финансирование до начала там, адресных проектов, ну, опять же, наверное, решать не мне, а тем людям, которые руководят проектом в целом. Вот. Не то, что я посыпаю голову пеплом, но не могу я себя назвать сейчас там грамотным, совсем уж грамотным экономистом и финансистом, да, который там способен принять решение на той, скажем так, а тоже достаточно неполной информации, которую я получаю, скажем, от руководства проекта, к чему мы пришли, чего мы достигли и так далее, и так далее.
Не знаю, меня может тоже немножко это расстраивать, но тем не менее, та информация, о которой мы там не можем говорить. Да? Кстати, я опять же возвращаюсь, знаете, чему? Ну, наверное, об этом надо сказать. Смотрите, у нас в интернете, да, вы помните, когда мы начинали развиваться, было огромное количество негативных отзывов, да практически 90% поначалу были негативные. Где-то заказные, где-то люди сами писали какой-то бред и так далее, и так далее, и так далее. Это продолжает периодически происходить и сейчас. И частью, скажем так, того, что появляется негативный отзыв там, в виде роликов каких-то знатоков и так далее, является, ну, не совсем грамотные действия наших инвесторов. Да? Вот особенно там на каких-то региональных мероприятиях, если они сами устраивают, не представители компании туда приезжают, да, там со своими вот стендами и так далее, а люди берут, заказывают образцы путевой структуры на территории Республики Беларусь, для них делаются вот эти 1 к 10 модели и так далее, они стоят и рассказывают. Да, вот. И были ролики, где говорят, что вот нам 4 года назад кто-то заявил, что мы через полгода поставим трассу туда-туда. Не надо этого говорить. Вот. Не надо, скажем так, чего-то придумывать. Да? Не надо людям обещать ради того, чтобы, скажем, вы считаете, воздействовать на их умы, что вот он сейчас узнает, что ага, у нас здесь в области будет строиться такая-то дорога, он сейчас побежит и проинвестирует. Вы знаете, зачастую может произойти наоборот. Поэтому не делайте так. По поводу закрыли на финансирование, разойдемся мы по домам или нет, вот Вячеслав, я думаю, вы не меньше меня слушаете, скажем так, членов правления Skyway Capital, которые говорят, что у нас проект сегодня только в стадии развития, а дальше будет еще больше. Да, и как планируется, что та ваша партнерская структура, которая создана здесь, никуда она не распустится, а будет принимать участие, скажем так, в развитии проекта Skyway Capital все дальше, дальше и дальше. Как это будет происходить, я думаю, мы увидим воплощение этих идей там в конкретные. Возможно, опять же, это и создание адресных проектов своих и так далее. Григорий. Вопрос. Инвесторам будут предлагать инвестировать самый выгодный проект или нет? Ну, предполагаю, что да. Обычно так происходит в мире. Да? Те, кто узнал, скажем так, первыми, те, кто поддержал, у них есть какое-то преимущество. Ну, надеемся, что так же будет происходить и внутри нашего проекта в том числе. Я понимаю ваш вопрос, Вячеслав, что как бы на тем, что трудились, создавали, да, вот партнерскую структуру и так далее, так во что, скажем так, инвестировать еще и так далее, и так далее. Я думаю, если посидеть, подумать, как говорится, раскинуть мозгами, то найдется во что инвестировать. Так, сейчас я еще загляну в Skype. По поводу того, что, опять же, знаете, вот написано, да, где гарантия того, что четвертый холдинг не откроет и так далее, и так далее. Ну, вот я на этот вопрос тоже вам отвечу, что вот, да нет, конечно, никто четвертый холдинг открывать не будет и так далее, хотя вероятность такая есть, и если утверждать то, что не будет четвертого холдинга, мы где-то близки к правде, потому что количество долей, самое большое для краудинвестинга, выделено именно в третьем холдинге, да, но мы уже находимся на 13 этапе, когда и дисконты совершенно другие. Вы обратили внимание, то есть там нет таких. У нас даже одного к 100 уже нет дисконтов, да, не говоря уже там о 500, 600 и так далее, и так далее. Поэтому то количество долей, которое в третий холдинг выделено, я думаю, его будет вполне достаточно для того, чтобы закрыть финансирование именно, скажем так, корневой компании, корневой технологии. К июлю какие перспективы? Павел, ну какие перспективы? Судя по той информации, которая идет из Эмиратов, у нас хорошие перспективы, скажем так, на долгосрочное сотрудничество с администрациями целого ряда городов там и Эмиратов, которые там находятся. Да? Давайте подождем, посмотрим. Анатолий Дарджи сказал, что и в апреле вроде бы что-то продемонстрируем, поэтому, наверное, будем следить внимательно за новостями. Что будет происходить с проектом. Ну и, возможно, скажем так, Эмираты – это не только один участок земли, где будет реализовываться наша технология. Да и генеральный конструктор заявлял, что, скажем так, Эмираты – это только старт. Так.
Смотрите, Марат, дело в том, что вот вы задали вопрос, да, проходит ли высокоскоростной транспорт какие-то испытания. Испытания на трассе, я, наверное, сейчас могу сказать, четко не проходят, потому что нет того участка, на котором было можно, скажем так, уже проводить какие-то испытания и так далее. Возможно, какие-то, опять же, испытания, касаемые той же температурной камеры, да, которую проходил в тропическом исполнении односекционный Юникар, четырехместный, который создан для территории Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, какие-то испытания там идут. Там могут идти испытания двигателя, там могут идти еще целый ряд испытаний там и касаемо корпуса и всего остального. Да? То есть, но касаемо именно испытаний на путевой структуре, мы еще не построили этот участок. Как говорит Анатолий Эдуардович Уницкий, мы строим на территории инновационного центра Skyway, да, вот то, что в Шарже, там будет 2,5-километровый участок, где мы должны будем продемонстрировать и грузовой, и городской Skyway. А участок для высоких скоростных, он говорит, что он выделен в другом эмирате, да, и там будет вести строительство, где будет демонстрироваться высокоскоростной модуль. Да. Сейчас именно на путевой структуре испытания не проводятся. Да, Вячеслав правильно написал, что в принципе не надо ничего ждать, не надо ждать завершения, скажем так, привлечения инвестиций, не надо ждать там каких-то супер-пупер новостей. Просто говорить о том, что уже сегодня есть. Этого тоже много, да, по сравнению с тем, что у нас было год назад, два года назад. Вот. Это много, к чему мы сегодня пришли. По поводу московских проектов пока вам сказать ничего не могу, потому что ко мне, скажем, именно информация от руководства проекта из Белоруссии, да, где у нас находится главное предприятие, не приходила. Да, я читал информацию, я слышал видео там, где говорили представители, скажем так, союзного фонда, да, то, что тут что-то развивается. Подтверждения пока четкого от руководства проекта нет, поэтому я об этом не говорю. Вот. Предполагать можно много, да. Когда будет четко сказано, там, когда будут, наверное, какие-то договоренности, что-то реально уже будет двигаться, тогда, вы знаете, мы узнаем об этом. Итак, друзья, спасибо вам за то, что были сегодня мероприятия. Я не знаю, скажем, был ли от него толк или нет. Просто хотелось подвести небольшой итог тому, чтобы обратить, наверное, внимание, друзья, то, что мы развиваемся быстро. Да? Если кто-то считает, что технология, скажем так, где-то тормозится и развитие у нее очень медленно, это неправда. У нас не было такого финансирования, какого огромного количества технологий транспортных сегодня реализуемых в нашей жизни. Да? Вот, там, где-то добавляется Wi-Fi роутеры там, в электричке либо чего-то еще, там деньги гораздо больше, наверное, выделяются под это, чем то, что мы собрали с людей для реализации технологий в целом. Поэтому, друзья, темп развития нормальный, как говорит Анатолий Эдуардович, мы все успеваем в сроки с нашей точки зрения, да, именно касаемо. Подрядчики где-то могут, возможно, там отставать или не отставать, но тем не менее проект двигается, с чем я вас всех поздравляю. Хочу вам всем сказать спасибо, всех, кстати, с наступившей весной, да, потому что мы вещали 28 февраля, весна пришла, в Москве еще, скажем так, совсем весной назвать нельзя, серая погода идет, снег сырый под ногами, но тем не менее... Всем весны в сердце, всем отличного настроения, всем успехов в реализации нашего проекта и в реализации тех жизненных целей, которые у вас есть. Вот это я вам хочу пожелать. До 8 марта я уже не появлюсь на наших экранах. Всех женщин замечательных хочу поздравить с наступающим праздником весны. Живите, будьте здравы очень долгое время, добивайтесь своих результатов. Ну и, наверное, радуйте нас, мужчин, своим присутствием на этой планете. Уже много, скажем так, разных мотиваторов и не только великих людей говорили, что все-таки, наверное, самый важный двигатель в жизни любого мужчины, ну, я имею в виду взрослого и так далее, это женщина. Будьте любимы, дарите любовь. Вот. И желаю, чтобы вам ваша любовь, которую вы отдаете, миллионократно возвращалась. Чтобы те мужики, которые находятся рядом с вами, вами восхищались. Вот таким вот образом. Итак, друзья, спасибо за внимание. До новых встреч на наших мероприятиях. До свидания.